Удел живых. Часть восьмая. Глава 20. Дмитрий Погожин. Вольный стрелок. 13 апреля 2008 года. Воскресенье. Московская область. С тяжестью на сердце и пустотой в глазах Дмитрий отъезжал от базы батальона «Знамя», расположившейся в окрестностях Фрязева. Слова командира, постаревшего за несколько дней, прошедших с начала катастрофы, набатом звучали в сознании, как приговор. «Дима, ты прекрасный боец, надежный товарищ, боевой брат. Но то, что ты сделал с гражданскими в Ираке, понять и простить нельзя. Если бы случайно их положил, никто бы тебе и слова не сказал. Война есть война. Но ты же их. Эх, Дима. Наш батальон – последняя надежда всех, с кем поступают не по совести. Так было всегда. Так есть и сейчас, когда все законы прахом пошли. Говорил тогда, скажу и сейчас. В любой ситуации, в любом состоянии, при любых обстоятельствах надо сохранять человечность. Утратил ее и стал не лучше, чем зомби. От человека в тебе остается лишь оболочка. Прости, брат, но ты... прощай. Прости, брат, прощай». Отсидевшись в берлоге несколько дней после начала эпидемии, Дмитрий пробрался к своим побратимам по окраинам бьющегося в агонии мегаполиса. Тысячи зомбированных. Пожары, заторы из превратившихся в мертвое железо машин. Выброшенные из берегов цивилизованности люди, стремительно тонущие в кровавом круговороте борьбы за жизнь и ресурсы. За каждый кусок хлеба и место в пока еще способной передвигаться машине. Трагедия великого города мелькала за окнами бронированного Гелендвагена, так же, как и мысли в голове его владельца. Сначала с надеждой, что примут, простят, спишут с оглядкой на чрезвычайные обстоятельства, когда каждый штык дороже золота. В обратную сторону мысли стали совсем другими. Отчаяние, боль, даже страх. Выросший в детдоме Дмитрий с первых лет жизни боролся за место под солнцем, за право жить в обществе, а не существовать на его дне, в трепете перед теми, кто старше, сильнее, наглее. Батальон стал его семьей. Братья по оружию стали его кровными братьями. Много раз спасали, прикрывали друг друга, делились последними крошками галет. Искренне сопереживая, помогая, когда кто-нибудь из семьи получал ранение или попадал в сложную ситуацию. И вот все позади. Теперь уже навсегда. Прости, брат, прощай. Худое, сухощавое лицо Погожина исказилось в гримасе. Зубы отчаянно заскрипели, когда он в очередной раз вспомнил крайние слова командира. Неторопливо катившийся по пустой полосе шоссе, ведущей в Москву, Гелендваген вдруг остановился. Дмитрий, покрывшись испариной, привалился лбом на руль, тяжело дыша. Из приоткрытого рта закапала слюна на затянутый резиной пол. От захлестнувшей всю его сущность тоски захотелось умереть, раствориться в темноте спасительного ничто. Или наоборот. Бить, крушить, резать, захлебнуться фонтанами крови, бьющими из разрезанных глоток. Как тогда, в Ираке, в особняке беглого эмира. Так сладка была кровь из вспоротых артерий его. Только стоил ли минутный экстаз той цены, которую он платит уже не первый год? Стоил ли его грех многих долгих ночей полного одиночества, отчаяния? Слышал ли кто-нибудь, как он зовет по именам своих братьев, оставшихся там, в семье? Немного успокоившись, Дмитрий достал дрожащими пальцами из бардачка портсигар с дорогими сигарилами, пахнущими пряностью табака и изысканностью вишни. Он не курил с тех самых пор, как вышел за порог ненавистного приюта в день совершеннолетия. Ему нравилось лишь вдыхать аромат незажженного табака, наслаждаясь его грубым, чуть сладковатым запахом.
Вытащив одну из сигарил, Дима повертел ее в пальцах. Затем поднес к лицу, жадно ловя ноздрями каждый оттенок богатого букета. Навстречу ехал нескончаемый поток машин. Многие настороженно или с хищным интересом посматривали в его сторону. Однако никто не рискнул остановиться. Как эти люди еще соблюдают свою полосу дороги? Привычка, что ли, не дает им выехать на пустынную встречную? Или вбитый на уровне подсознания стадный рабский инстинкт? С этими надо поступать по совести? Или стереть с лица земли всех, чей смысл существования заключается в трепете перед тем, кто сильнее, наглее, старше? Спрятав ароматную палочку обратно в дорогой портсигар, Дмитрий резко рванул машину с места. Разогнавшись до 200, Погожин наконец-то почувствовал себя лучше. Гораздо лучше. Кровь привычно закипела в венах. Череда ненавистных рабских лиц во встречных авто смазалась в безликую ленту. Перед самой Москвой Дима обогнал пару джипов, зачем-то двигавшихся в истекающий смертью город. Теперь он хотел своими глазами увидеть все, о чем несколько дней слышал из хрипящего динамика радиостанции. Толпы восставших мертвецов, таинственных мобов, отожравшихся мясом необращенных людей, бесчинствующие банды, грабящие слишком разжиревшую столицу. До вечера, на который у Погожина были планы, времени оставалось достаточно. Надо провести его с пользой. Проехав от шоссе до Перовской улицы, Дима с интересом понаблюдал за небольшой группой зомби, толкущихся возле Ауди последней модели, застывшей на перекрестке. Что-то или кто-то внутри сильно привлекало мертвецов, скребущихся окровавленными руками в окна. На миг неопрятные фигуры зомби расступились. Дмитрий увидел бледное лицо девочки-подростка, в испуге застывшей на заднем сидении. Немного подумав, стоит ли ввязываться или лучше поберечь патроны, Дима вздохнул и вынул бесшумного Стечкина из кобуры на разгрузке. Он уже знал, что мертвецы наводятся на звук, поэтому излишне шуметь, стреляя из автомата, не собирался. Хотя на фоне непрерывной стрельбы вокруг, его выстрелы остались бы незамеченными. Конечно, существовал еще шанс, что на огонек прибежит какой-нибудь не в меру ретивый мент. Однако, если верить радиоперехвату, бравые внутренние органы сами разбежались куда подальше. Осмотревшись, во избежание неприятных сюрпризов, особенно со стороны разрушенного киоска в полусотни шагов от стоящего гелика, Дмитрий выбрался из машины, сразу же направившись к серебристой Ауди, окруженной мертвецами. Сократив дистанцию до 5 метров, Дмитрий, не сбавляя шаг, упокоил начавшие оборачиваться неопрятные фигуры. Легко и быстро, как в тире. 6 выстрелов, 6 груд неподвижного тухлого мяса. Обогнув машину по кругу, убедившись, что никто не шевелится, Погожин поманил рукой перепуганную девчонку, таращившуюся на него округлившимися от страха глазами. Взять бы да уйти, пусть сама выбирается. Но в голове снова зазвучал голос командира. «Мы последняя надежда для всех, с кем поступили не по совести. Прости, брат». Брат. Даже изгнав, командир признал его, Дмитрия, своим братом. Кое-как выбравшись из смердящего испражнениями салона, девчонка, совсем молоденькая, с виду и до 16 не доросла, опасливо подошла к Дмитрию, осматривавшего как недавнюю пленницу нежити, так и окрестности. «Ты в порядке?» – заговорил Дима, осматривая чумазую девчонку. «Салон не испачкаешь?» «Нет, я только пахну плохо. Я аккуратно, в пакетик ходила. А окошко боялась открыть, там эти, руками лезли. А папа пошел бензин искать и не вернулся. А мне страшно было». Девочку вдруг прорвало. Она затараторила, не останавливаясь и шмыгая носом. «А потом они пришли, а я закрылась». Дмитрий насторожился, заметив нездоровое шевеление между углом ближайшего дома и сгоревшим магазином популярной продуктовой сети. Меньше 100 метров. 3 фигуры быстрым шагом направившихся к машинам.
схватив подмышку болтающую девчонку, действительно дурно пахнущую. Дима быстро пошел обратно к бронированному гелику. Усадив спасенную на заднее сиденье, Погожин перебросил наперед сумку с оружием, забрался за руль и торопливо нажал на педаль газа. Шедшая в его сторону троица резко ускорилась. Желание знакомиться с ними почему-то не возникало. Было в них что-то неправильное. Двигались они рвано и быстро, длинными звериными прыжками, угрожая своей пугающей стремительностью. Когда преследователи остались далеко позади, Дмитрий обратил внимание на девчонку, взахлеб повторяющую историю про ушедшего отца и страшных зомби. «Тихо!» – рявкнул Погожин, зная, чем сменится словесный поток после пережитого шока. Девочка запнулась на полуслове, уставившись перед собой стремительно мокнущими глазами. Ее губы задрожали, а через секунду затряслась в плаче, закрыв лицо маленькими грязными ладошками. «Совсем ребенок», – пробормотал Дима, объезжая сгоревший пикап с обугленным телом внутри. С рыдающим грузом на шее экскурсия по гибнущему городу откладывалась. Где-то в районе Дмитровского шоссе должен быть временный опорный пункт, где военные собирали беженцев и раздавали оружие всем, кто не вызывал подозрений. Если быстро доехать туда, времени останется еще в достатке для задуманного. Только улицы. Улицы не располагали к быстрой и легкой езде. Многие переулки выглядели ловушками, будучи заваленными костями, хламом и машинами. Вездесущие мертвяки заставляли вилять по дороге и мешали поворотам. Шоссе также не казалось легким путем. Ближайший перекресток пришлось объезжать по тротуару, сбив кенгурятником несколько зомби, поковылявших наперерез автомобилю. «Мыть теперь придется», – с отвращением подумал Дмитрий, сворачивая в переулок, показавшийся свободным. Проехав сотню метров, Погожин обратил внимание на отделение милиции, занимавшее часть первого этажа какого-то заунывно-серого административного здания. Дверь участка оказалась подпертой снаружи толстой доской и украшенной надписью чем-то бурым, скорее всего кровью. «Не входить, заражено». «Сюда-то нам и надо, коли не советуют», – сказал вслух Дмитрий, останавливаясь перед зданием и глуша мотор. Услышав его спокойный, даже холодный голос, девчонка перестала рыдать, но всхлипывать не прекратила. «Дядя, а куда мы едем?» – спросила она хриплым после плача голосом. «А как же папа? Он искать меня будет». «Туда, где безопасно», – стараясь говорить как можно спокойнее, ответил Дима. «Я только в милицию сейчас зайду, попрошу, чтобы твоего папу нашли, и скажу, где ты будешь его ждать». Сердце Погожина сжало ледяными клещами. Он увидел в этой девочке сироту, оставшейся без матери, отца и дома. Совсем одна. Когда-то он был таким же, безнадежно ждущим, что его найдут, заберут домой. Только ему нельзя было показывать свою слабость. Детдомовские не любили Ждалкиных. Как и сейчас, когда он остался совсем один, без семьи, без друзей и родных, во всем мире есть только он. И эта малявка, которой он нужен такой, как есть, сильный и непробиваемый. Вот ей все можно, никто не станет глумиться, никто не бросит вслед обидные слова. «Сиди здесь, я быстро», — как можно тверже приказал девчонке Погожин. Она опять захныкала, умоляя не оставлять ее одну, ведь снова придут эти, снова она будет заперта в железном капкане. «Тихо!» – прикрикнул Дима. «У меня пистолет есть, и ружье есть, и тех, и этих застрелю, если придут. Ложись на сиденье, закрой глаза, никто тебя не увидит». Девочка безропотно растянулась на кожаном диване, закрыла глаза и моментально затихла, тихонько шмыгая носом. «Так и лежи, малышка, скоро вернусь», — успокаивающим отеческим голосом сказал Дмитрий, закрывая дверь, а затем уже сам себе пробормотал: «Свалилась на мою голову». Повертев головой в поисках опасностей,
осмотрев салоны стоящих рядом машин. Погожин подошел к двери участка, бесшумно ступая на чистые от мусора и осколков места тротуара и крыльца. Еще раз оглянувшись, заметил неподвижный силуэт, застывший у окна в доме напротив. «Безопасно». Приложив ухо к прохладному металлу двери, внимательно прислушался. «Тихо. Что не значит безопасно? Вдруг там, у самого входа, замерла такая же фигура, как в доме напротив?» Приставив ботинок к двери так, чтобы она не могла открыться больше, чем на сантиметр, Дмитрий аккуратно вытащил доску из-под ручки. Петли чуть слышно скрипнули противным металлическим скрежетом, но изнутри никто не бросился на звук. Приоткрыв еще немного, Дмитрий весь обратился вслух, пытаясь уловить хоть малейший шорох. По ноздрям ударила тяжелая вонь разложения, аммиака и ацетона, еще чего-то невыносимо мерзкого, как если бы смешались запахи горящей проводки и сожженной плоти. Аккуратно отодвигая ногу, Дима расширил просвет еще больше, осторожно заглянув вовнутрь. Петли, к счастью, не скрипели, его присутствие мог выдать только свет, ворвавшийся в сумерки помещения. Никаких шумов, никто не ковыляет и не бежит навстречу, пытаясь заполучить кусок комиссарского тела. Убедившись в отсутствии угроз, Дмитрий тихо и плавно, как охотящаяся ласка, перетек в коридор, держа пистолет на изготовку. За бронированным окном дежурного не оказалось никого живого или полуживого. На полу, в растекшейся вокруг пробитой головы черной луже, лежало тело в милицейской форме. Рядом валялся ПМ. На стенах и мебели темнели кровавые пятна. С сомнением, посмотрев вглубь коридора, слишком темного для человеческого глаза, Дмитрий вернулся к машине за прибором ночного видения, лежавшим в сумке. Аккуратно приоткрыв дверь, Погожин пошел обратно в здание, на ходу одевая шлем с закрепленным на нем ночником. Проход вглубь помещения, перегороженный решеткой из толстых стальных прутков, был свободен. Решетчатая же дверь открыта. Рядом с клеткой, дальше по коридору, виднелся почти полностью обглоданный скелет. Никакого движения. Перекатывая стопы с пятки на носок, Дмитрий крался по коридору, проверяя каждую дверь, заглядывая в незапертые кабинеты. Везде царила разруха. По комнатам словно ураган прошелся. Пол устилали бумаги, обрывки одежды, канцелярская дребедень, осколки стекол и обломки мебели, стреляные гильзы, обглоданные кости. Перед каждым шагом приходилось тщательно высматривать место, куда можно поставить ногу без риска нашуметь. Добравшись до угла коридора, Дмитрий заглянул в распахнутую электрощитовую. Откуда несло смрадом сладковатой вони горелого мяса и паленой изоляции. На вырванных из шкафа толстых проводах висело обугленное тело, скалясь на визитера широко распахнутой челюстью. Выглянув за угол, Дмитрий отпрянул назад. В конце коридора стояли мертвецы. Один из них сильно отличался от собратьев. Его выделяло сутулое, массивное тело с длинными руками, увенчанными узловатыми пальцами с когтями вместо ногтей. Голова выглядела устрашающе. Широкая пасть не закрывалась полностью из-за длинных клыков. Скошенный шишковатый лоб нависал над маленькими глазами. «Моб!» – пронеслась в голове страшная догадка. Говорившие по радио описывали существо «Mortius bestia» на латыни, а по-русски «мертвый зверь» или просто «моб» именно таким. Зверочеловеком, передвигающимся на четырех конечностях. По слухам, у полноценного моба не оставалось ничего человеческого. Наверное, этот, если стоит на двух ногах, еще не разожрался полностью, а значит, есть шанс. Назад идти намного опаснее. Путь в одну сторону по крошеву дался с трудом. А если пойти обратно, малейший шорох и уже не убежать. Пока что у него оставалось преимущество внезапности. Зверюга стояла боком, не замечая движения в темном коридоре. Выругав себя за неосмотрительность и самонадеянность, Дмитрий достал из кармана разгрузки беруши, поглубже запихнув их в уши.
Затем предельно аккуратно, придерживая пальцами антапку, чтобы даже легкого щелчка не прозвучало, взял на изготовку дробовик. Первый патрон пулевой, вторая крупная дробь, третий снова с пулей. С десятка метров голову монстра должно разнести в клочья, остальным тоже достанется. Также беззвучно снял с предохранителя, прицелился ногой на свободное от мусора место и резко вывернулся из-за угла, почти сразу же выстрелив. Передернул помпу и сделал второй выстрел в зашевелившихся зомби. Полумоб успел только развернуть корпус, когда ему в лоб влетел пучок дроби, не успевший рассеяться. Запрокинувшись назад от удара, голова обнажила мягкую зону под челюстью, куда тотчас же влетела пуля, превратившая его череп в подобие распустившейся розы. Тяжелое тело рухнуло на стоявших позади зомби, повалив их с ног. Дмитрий бросил дробовик, повисший на ремне, и, выхватив пистолет, быстро завершил начатое. «Вот и все», – сказал воин, с трудом сдерживая рвотные позывы. Густой вони добавился кисловатый запах пороха, сделав воздух совсем уж ядовитым. «Не такие вы грозные, как о вас радио говорит». Прикрыв лицо краем рукава, амбре стало чересчур несносным. Погожин пошел к груди тел у железной двери, помятой ударами, исцарапанной когтями чудовища. На самого монстра старался не смотреть. Выглядел он слишком тошнотворно, чтобы его изучать. ПНВ пришлось поднять и включить фонарик. Глаза безудержно слезились от постоянных спазмов в желудке и глотке. Оружейная комната оказалась закрыта, однако внутри кто-то выл, тоскливо, с надрывом. «Эй, живые есть?» Дима несколько раз сильно ударил в дверь кулаком. «Открывай, кавалерия прибыла!» Вой прекратился, затем за дверью что-то заскрипело, упало. Снова заскрипело. Когда непонятные шумы прекратились, молодой, почти мальчишеский голос задал дурацкий вопрос. «А вы кто такой? Не бандит?» «Спецназ ФСБ! Могу документы показать!» С трудом сдерживая внезапно подкативший приступ совершенно неуместного смеха, ответил Дмитрий. Переклинивший замок долго лязгал металлом, прежде чем поддаться. Наконец дверь приоткрылась. Паренек с погонами сержанта и диким от страха взглядом попытался что-то еще спросить, но, вдохнув воздух из коридора, скрутился в приступе рвоты, блюя скупыми комками желчи. Ожидая, когда парню станет легче, Погожин с интересом рассматривал помещение. Неплохо зашел. В распахнутом шкафу висело два АКСУ. На полу валялось десятка-полтора снаряженных магазинов. Целый и початый цинк пятерки. У дальней стены стояли друг на друге три целых ящика патронов. Наверняка в кабинетах найдется еще много подобного добра. Можно даже с мальцом поделиться. «Что здесь произошло?» – спросил Дмитрий, когда парень кое-как отплевался. «Ночью, с восьмого, привезли бойных в участок, в обезьянник закрыли. Наши с покусами тоже были, скорая не ехала». Каждое слово давалось парню с трудом. Голос скрипел и срывался. «Мне бы воды…» «Здесь ничего не уцелело. Пошли в машину, у меня есть…» Диме самому хотелось поскорее убраться отсюда, вдохнуть свежего воздуха. Открыв гелик, Погожин первым делом заметил, что девчонка уснула, в той же позе, как легла. Даже с пятнами грязи на лице, девичье лицо выглядело очень мило. От ее беззащитности… У Дмитрия что-то ёкнуло в душе. Застыв на секунду, он посмотрел на размеренно поднимающуюся на вдохе едва развитую грудь, ощутив прилив бесконечной нежности к маленькой, слабой, нуждающейся в защите и опеке девочке. Сознание вдруг пронзило пониманием, что значит быть не одиноким, что чувствует отец, глядя на своего ребенка. Стараясь не шуметь, Дима раскрыл сумку со снарягой, в ней лежали еще и бутылки с водой. Взял две. У самого горло тоже першило от адской смеси отвратительных запахов. Осторожно приоткрыв дверцу, еще раз внимательно осмотрелся, не найдя ничего подозрительного. К
Когда наши начали подниматься, бросаясь на тех, кто оставался в участке, кто-то выбежал на улицу и заблокировал дверь. Зараженных пытались затолкать в клетку, но когда открыли, закрыть уже не смогли. Старшину толпой загрызли, прямо в коридоре. Оружие было только у дежурного. Остальное у патрульных на руках осталось, и в оружейке. Она заперта. Дежурный расстрелял магазин в одного из больных. А тому хоть бы что. Подошел и вцепился. Кусать начал. Остапов кое-как вырвался, заперся внутри. А я в кабинете был, отбивался от вошедшего. На пол его свалил. И к дежурке. Смог проскочить мимо жрущих старшину тварей. Троим неудобно было, руками мясо рвать пытались. А четвертый прямо в кишки и мордой зарылся. Сержанта снова передернуло от рвотного позыва, однако сдержался. Саня мне ключи от оружейки через окошко подал. Сам уже на пределе был, плохо ему стало. Попросил родным передать, что он их любит. И застрелился, когда я убежал. Сержант грустно посмотрел на пустую бутылку и отбросил ее в сторону. Пока я с замками сейфа и шкафов, потом с магазинами возился. Руки дрожали. Кто-то на дверь навалился, я не мог ее открыть. Потом с той стороны что-то врезалось в нее, да так, что металл погнулся. Я замок еле закрыл, стеллаж привалил. Слышу, скрежет когтей по железу. Молюсь, и магазины набиваю из открытого цинка, маму зову. Как начинаю громче говорить, так дверь ходуном ходит. Как замолкаю, стихает через время. «Они на звук реагируют», – перебил парня Дмитрий. «Если своими бельмами не видят движения, на слух наводятся». «Я понял это. И сидел тихонечко, ждал, что подмога придет. Или наши с патруля приедут». «Никто не пришел». «Я нашел в сейфе коробку сухпайка. Кто-то ее там оставил, непонятно зачем. И вода в 5-литровой фляге стояла. Тухлая, но пришлось пить». 4 дня так сидел? – удивился Погожин. – Не появись я здесь, ты бы загнулся через день-другой. Почему не пытался вырваться? – Боялся, – вздохнул парень. – Там кто-то очень сильный был за дверью. Не знаю, откуда он взялся, но от каждого его удара штукатурка со стен сыпалась. – С 3 выстрелов сдохла тварь, а у тебя под рукой их 1500 было. В голову твари бить надо, никто не говорил. – Нет. – помотал головой сержант. – Я же только вечером в смену заступил, меня с выходного вызвали. Я толком и понять ничего не успел, как заваруха в отделе началась. – Дурдом, – только смог сказать Дима. – Ладно, хватит языки чесать, вокруг мертвяков и бандитов полно, нам еще везет, что никто не появился. Давай, быстро тащи к машине все, что в оружейке, и по комнатам тоже, а я караулить останусь. – А дальше куда? К вам на базу? Вы точно из ФСБ? Точно. Куда, потом решим. Главное, стволы и боеприпасы здесь не бросать. Погожин добавил немного командирских интонаций. Когда сержант скрылся внутри зловонного райотдела, капитан сокрушенно покачал головой. Из детского сада еще боеперов нанимали. Дебилы. Достав из бардачка влажные салфетки, Дмитрий отдал их девчонке, проснувшейся во время погрузки ящика в багажник, не забыв оставить несколько штук себе и Максу, так звали сержанта. Умывшись, его неожиданные спутники стали похожими на вполне симпатичных молодых людей. У Алены еще и забавные конопушки обнаружились. Она понемногу приходила в себя, по крайней мере перестала впадать в детство и задавать глупые вопросы. Ведя машину по лабиринту улиц, Погожин время от времени бросал взгляды на отражение в зеркале, каждый раз задавая себе один и тот же вопрос. Нужна ли она ему? Ей он нужен, безусловно. Без него она не проживет и дня. Совсем юная, абсолютно беззащитная. Ребенок. Только ему как с ней жить? Придется охранять не только себя, но и ее. Возвращаться каждый день в одно и то же место. Она моментально станет его слабым местом. Привязавшись, он станет уязвим, а потеряв, начнет сходить с ума, шепча ее имя бессонными ночами, как шепчет имена братьев. «Эй, Макс!» – окликнул он сержанта, оторопело смотрящего на изменившиеся до неузнаваемости улицы родного города. «Макс!» «А?» – в
встрепенулся тот. «Я?» «Головка от снаряда», — хмыкнул Дмитрий. «Слушай мою команду. Сейчас я тебя и Алену довезу до ближайшего опорного пункта. Там мы расстанемся. Вы с военными останетесь, я своей дорогой. Учти, если с ней что-нибудь случится, или ты сам ее обидишь, из-под земли достану и своими зубами горло перегрызу, понял?» В голосе Погожина зазвучала сталь. Холодная, смертоносная. «Так точно!» Запнувшись, ответил парень. «Ты мужчина, защищаешь женщину. Оружие в твоих руках защищает тебя». Погожин кивнул на укорот сержанта. «Надо стрелять, стреляй без колебаний, понял?» «Понял». Неуверенно ответил парень, увидев недобрые, ледяные глаза Дмитрия. «Не слышу, боец!» Рявкнул капитан на потерявшегося сержанта. «Так точно, товарищ!» «Капитан!» «Товарищ капитан!» Звонко крикнул юноша. Дмитрий замолчал. Внезапно его посетила идея. Подумав немного, он отчаянно завертел головой, оглядываясь по сторонам. «Макс, ищи машину, целую!» – приказал Погожин, после того, как джип подпрыгнул на теле попавшего под колеса мертвяка. «Вопросы отставить!» На поиски подходящего транспорта ушло более часа кружения по дворам и проспектам. По гелику несколько раз стреляли. К счастью, надежное бронирование и безатмосферные колеса сохранили жизни и мобильность троицы. В конце концов, исправная и заправленная ДЭУ неброского мышиного цвета устроила Дмитрия. Сержант занял место за рулем трофея, а спустя еще час автомобили выехали за МКАД. По встречной полосе, свободной от потока транспорта, покидающего зараженный мегаполис. «Слушай внимательно, воин», – начал Погожин, когда девчонка перебралась из джипа в легковушку. «Сейчас ты едешь по Носовихинскому шоссе. Проезжаешь Есина. На развилке направо. Через 1,5 километра еще раз направо. На указателе лесничества под шлагбаум. Сам откроешь-закроешь. Доедешь до длинного бетонного забора с колючкой поверху. Не промахнешься. На серых воротах домофон с правой стороны. Неприметный такой. Нажимаешь трижды. Как спросят, кто и зачем, говори, что к полковнику Таличу. Все понял?» «Так точно, товарищ капитан!» По-военному выпрямившись, ответил сержант. «Молодец. Люди ему нужны. Тем более, способные постоять за себя и за близких». Погожин сделал многозначительную паузу, с удовлетворением заметив, как в глазах парня загорелся огонек решительности. «Самому Таличу скажешь, что вас прислал Дима. Он поймет. Расскажешь, как все было, без прикрас. Заодно запомни, обидишь девчонку, тебе не жить». Последние слова Дмитрий произнес таким тоном, что Максим почувствовал легкую дрожь в коленях. Теперь ему стало плевать на голодных монстров. Он боялся единственного – попасть в немилость к этому капитану с ледяным взглядом убийцы. Погрузив в багажник ДЭУ початый и целый цинки пятерки, а также цинк пистолетных, отдал парню половину автоматных магазинов. Дмитрий пожал ему руку и запрыгнул за руль Гелендвагена. Пальцы мелко дрожали, зубы непривычно отбивали мелкую чечетку. Он почти физически ощущал, как из него утекает что-то очень важное, всю жизнь прятавшееся на задворках сознания. Разбуженное лишь сегодня, робким лучом света, исходившим от потерявшейся беззащитной девчонки. Холод одиночества заставил дрожать не только руки, но и все тело, вмиг покрывшееся мурашками. Боль утраты вцепилась миллионами колючек в каждую клеточку тела. Дмитрий закричал, глядя вслед удаляющейся машине, остатками воли не давая себе пуститься в погоню, чтобы вернуть утраченное. В памяти мелькали совсем свежие образы детской растерянности, слез, грязных ладошек, закрывающих плачущее лицо, веснушки, прикосновение маленьких ручек к его рукам, привыкшим к грубости. Дмитрий сам затрясся так, как тряслась девочка, когда он переносил ее из отцовской машины в свою. «Зомби! Я зомби! Зомби!»
Прохрипел Погожин, до боли в зубах закусывая обшитой дорогой кожей верх руля. Глава 21. Смерть фашистам. 13 апреля 2008 года. Воскресенье. Московская область. Война – это путь обмана. Выступай, когда противник не ожидает. Сунь Цзы. Искусство войны. Спрятав в портсигар ароматный цилиндр сигарилы, Дима завел двигатель и развернулся в сторону города, отгоняя от себя остатки перехлестнувших через край эмоций. Выхолостившая душу пустота, возникшая на месте утекшего важного, медленно заполнялась решительностью и колючим инеем рациональности. Если никому не нужно то важное, что пряталось в нем, никому, кроме… Встряхнув головой, Погожин выгнал образ девочки из мыслей. У него есть то, что нужно всем, и прежде всего ему самому. Его таланты в уничтожении себе подобных. Меткость, скорость, расчетливость. Способность доводить дело до конца в любых условиях и ситуациях. С трудом переправившись через железный поток, затопивший Ярославское шоссе, Погожин добрался до Алтуфьевского шоссе и проехал по нему чуть менее 2 километров. Дальше двигаться на машине, тем более на такой приметной, стало просто опасно. Следующие его действия требовали незаметности. Немного поискав распахнутые ворота с подходящим двором, Дима загнал гелик в спешно покинутое хозяевами подворье. Пакеты, обрывки бумаги, раздавленные коробки перед входом, распахнутые настежь гаражные ворота. Все говорило о том, что семья, собравшись наспех, уехала подальше от гигантского рассадника заразы. Тем не менее, прежде чем закатить машину в гараж, Дмитрий внимательно осмотрел как дом, так и постройки, обнаружив лишь следы разгрома. Похоже, здесь еще и мародеры побывали. Нигде не нашлось ни кусочка, пригодный для употребления еды. Оправившись, наскоро перекусил шоколадными батончиками. Затем забрал из припаркованной в гараже машины сумку с оружием и снаряжением, кофр с СВД. Внимательно осмотрев окрестности, Дмитрий вышел на улицу, издалека приглядываясь к довольно бедному по здешним меркам, но высокому в 3 этажа дому. С него хорошо просматривалась не только улица с двором, где он спрятал Гелендваген, набитый хабаром из райотдела, но и нужный ему объект. Высотка местного масштаба оказалась такой же заброшенной, как и предыдущий дом. Отличалась лишь запертыми воротами и калиткой, при этом в деревянном заборе зияла огромная дыра. Так же, как и предыдущий, этот дом подвергся разграблению. Не заинтересовавшая мародеров содержимое многочисленных шкафов, комодов и кладовой валялось по всему дому. Забравшись на чердак, Погожин удобно устроился в крохотной комнатушке под самой крышей. Вероятно, здесь любила уединяться хозяйка дома или старшая дочь. Их фотографии висели на стене в гостиной. Уютная келья с книжной полкой, стеллаж для чайника, единственной чашки и всяких дамских мелочей, собранных в 2 круглых коробки из жести, расписанной цветами. Грабители здесь не побывали. Поленились, наверное, карабкаться по крутой и узкой лесенке. Из небольшого окошка открывался прекрасный обзор на расположенный в 150 метрах от места наблюдения просторный участок квадратной формы, огороженный добротным 3-метровым забором из крупного камня. Единственным местом, где прерывался забор, были тяжелые кованые ворота, украшенные готическими щитами. В самом центре участка, почти полностью выложенного плоской брусчаткой, возвышался 3-этажный особняк из красного кирпича, выполненный в стиле рыцарского замка. Узкие окна в виде стрельчатых арок, декоративные башенки по углам, высокий шпиль на крыше. Вокруг дома, почти вплотную к забору, располагались различные постройки, почему-то сделанные в деревенском баварском стиле. Их беленые стены с декором в виде икс-образных крепов из темного дерева резко контрастировали с самим особняком. Впрочем, роскошным или изысканным замок совсем не казался. Шпиль выглядел нелепо из-за своей приземистости. Башенки сделаны аляповато, будто по рисункам из мультфильмов. Ширина оконных арок не создавала ощущения возвышенности, присущей готическому стилю.
В целом, как сам дом, так и весь архитектурный ансамбль были пропитаны духом маловкусия, вычурности, китча 90-х годов. Спустя полтора года после первого визита Погожина в замок, сопровождавшего своего нанимателя, депутата Шкловича, почти ничего не изменилось, если не считать того, что над углами забора со стороны дороги появились две пулеметные вышки, еще две с обратной стороны так и не были достроены. Второе отличие от старых цивилизованных времен выглядело откровенно зловеще. Как над центральным шпилем, так и над каждой из четырех башенок развивались полотнища флагов Третьего Рейха, а на фасаде здания между окнами вытянулись вертикальные штандарты красного цвета со свастикой на белом круге. Такие же полотнища вместе с различными вымпелами в римском стиле украшали и другие здания. Изучив интересующие его объекты и окрестности, Дмитрий принялся рассматривать обитателей логова местных нацистов. Прежде всего пулеметчиков, стоявших на крышах, оборудованных раритетными, но наверняка исправными МГ-42 на станинах. Сами стрелки, одетые в немецкие каски и серые шинели, выглядели очень антуражно на фоне свастик и горбатых пулеметов. Люди, увиденные во дворе, находились в непрестанном движении. Четверо молодчиков, одетые в коричневую униформу образца 30-х годов, бегали вокруг особняка, что-то выкрикивая. Возле длинной постройки несколько неопрятных одетых людей, вероятно рабов, перекладывали с места на место какие-то ящики. За рабами следил автоматчик, вооруженный калашом. «На машинин пистоли или штурмвегеры не хватило ублюдков», – ухмыльнулся Погожин, продолжая наблюдать за происходящим в бинокль. Дважды приезжали груженные бычки. Стоило грузовику въехать за ворота, как бегавшие коричневые тотчас же бросались к нему, дружно выгружали тюки и ящики, зиговали командиру и снова продолжали забег. К лежащему на земле добру подгоняли рабов. Те перетаскивали его в склад, расположенный в дальнем конце двора. Несколько раз из дома выходили офицеры, ряженные в немецкую форму, с витыми погонами и фуражками с высокой тульей. При их появлении бегуны останавливались, вскидывали правые руки в приветствии, замирали по стойке смирно до тех пор, пока офицер не давал отмашку на продолжение тренировки. 16, прошептал Дима, пересчитав жителей логова, включая троих подростков, вероятно, детей офицеров. Плюс один принимает отчеты часовых. 17. По его расчетам, их должно быть не менее 30. Приезжая с депутатом, он внимательно изучал каждый уголок поместья. Пока Шклович занимался коммерцией с нацистами, Дмитрий обращал внимание на каждую деталь обстановки. Его пытались заинтересовать идеями расы господ, поэтому ничего не скрывали. Ну, почти ничего. Расположение зданий, окон, дверей, лестниц, количество комнат и коек в гостинице и доме для прислуги, высоту потолков. Погожин знал, что в подвале дома есть тюрьма с комнатой для пыток, почему-то оформленная в стиле борделей для поклонников садомазохизма, что гараж вмещает 8 автомобилей уровня ленд-крузера, что под домом для прислуги находится спуск в прекрасно оборудованный тир. Где-то под гаражом должен находиться склад для товара, однако вход в него придется поискать. Товар сюда возили регулярно, груженный оружием, патронами, различным военным имуществом с армейских складов. Джипы въезжали в гараж, разгружались и делали новую ходку за товаром. Или наоборот, загружались, чтобы удовлетворить запросы клиентов. В основном покупателями выступали кавказские джихадисты. Шклович продавал оружие нацистам, те продавали исламистам. Просто бизнес, ничего личного. На землю быстро опускались сумерки. Дымы далеких и близких пожаров растворились на фоне темнеющего неба. Во дворе замка зажглись фонари, впрочем, не слишком яркие. Приехали тентованный КАМАЗ армейского образца. Из внедорожника выпрыгнула пятерка вооруженных боевиков. Из грузовика еще трое. Все сходу занялись выгрузкой приличного количества мешков, коробок и свертков. Тут же появились рабы. По команде надзирателя, потащившие привезенное в дальний конец двора.
После того, как за въехавшими на площадку перед домом закрылись ворота, разводящий сменил пулеметчиков на вышках. Наблюдая за происходящим в ночной прицел, закрепленный на СВД, Дмитрий на секунду отвлекся, посмотрев на часы. Ровно 2 часа между сменой часовых. Те, в свою очередь, каждые 15 минут отчитывались по рации о несении службы. 15 минут. Много или мало? 3 на преодоление расстояния через соседские участки до забора логова. Еще 30 минут, чтобы оказаться во дворе. Столько же попасть в дежурную комнату и зачистить ее. Дима не знал, кто еще кроме дежурного контролирует часовых. Также в самом доме находились 2 наблюдателя, присматривавших за другой стороной двора. Отчеты Погожин слышал в своей рации. Сканер частот исправно отслеживал их смену часовыми. «Герр обер-лейтенант, ефрейтор Дитрих без замечаний». «Герр Шмер, проклятие». Составив график своих действий, Погожин понял, что выполнить задуманное реально. Убрав часовых, караульных и дежурных, у него в запасе останется еще 7 минут. Вернее, 5. 2 на непредвиденные задержки. Далее убрать дневального в гостевом доме. Офицеры навряд ли станут утруждать себя контролем смены. Зачистить казарму и особняк можно не торопясь, наслаждаясь процессом. Только бы никто не приехал. Взвод автоматчиков, например. Понаблюдав за объектом еще 30 минут, Дмитрий переобулся из неприметных, прочных натовских берцев в легкие ботинки из мягкой кожи на толстой каучуковой подошве. Затянув шнуровку, прошелся по комнатушке, вспоминая полузабытые ощущения от передвижения в этой обуви. 2 шага вперед, 2 шага назад. Немного попрыгал. Ни стука, ни скрипа. Открыв окошко, в полутьме подозрительно распахнутое окно никто не увидит. Дмитрий снова припал к окуляру прицела. Время ужина. Весь личный состав вместе с подростками высыпал во двор на вечернее построение. Спустя 10 минут разбежавшись по своим местам. 12 человек в доме, 11 в казарме. 2 на вышках. Итого 25 противников. Из них 3 бабы и 3 подростка. Рабов можно в счет не брать. Они навряд ли станут возражать, если их хозяева неожиданно умрут. Когда таймер в часах тихонько запищал, сообщая о 5-минутной готовности, Дмитрий глубоко вздохнул и навел перекрестие прицела на 1-го часового. Без 5 минут 3 часа ночи. Тот стоял, прислонившись спиной к колонне, поддерживающей крышу вышки. Палец привычно потянул спусковой крючок, выбирая слабину. Потом легкое сопротивление спускового механизма. Выстрел. 2-й пулеметчик, 2-й выстрел. Оба беззвучно сползли на пол. Винтовку с глушителем и дорогим прицелом под кровать. На всякий случай. Стремительный бросок вниз по лестницам. Ножи в обеих руках Дмитрия мелькали как молнии, исполняя долгожданный танец смерти. Собирая щедрый, кровавый урожай, вспарывая глотки, пробивая сердца, заливая ароматной алой жидкостью все вокруг. Погожин, стремительно перемещаясь между падающими и пока еще живыми жертвами, жадно хватал губами каждую каплю, попавшую ему на лицо, наслаждаясь солоновато-медным привкусом крови. Стряхнув головой, Дмитрий прогнал наваждение, на секунду захватившее разум. Быстро вернувшись к реальности, первым делом посмотрел на часы, затем обратно в прицел. Часовой, подпирающий опору, очнувшись от легкой дремы, оглянулся на напарника, поднес рацию к губам. Станция в келье слегка затрещала динамиком. «Герр обер-лейтенант, унтер-офицер Кляйна без замечаний». Выстрел. 2-й дозорный, отвлекшись на доклад, не заметил, как его товарищ рухнул на пол вышки с пробитой головой. «Без замечаний». Выстрел. Шлем с ПНВ на голову и вперед. Ворвавшись в дежурку спустя 4 минуты после смерти часовых, Дима воткнул нож в глотку опешившему от неожиданности оберу. Едва слышно засипев, тот схватился за горло, тут же получив рукоятью 2-го ножа в висок. Руки безвольно упали. Мертвое тело грузно развалилось в кресле.
-3. Убрав дежурного, Дмитрий побежал наверх, где, по его предположению, находились наблюдатели за тылом. Оба нашлись на третьем этаже, у окна, к счастью, слишком увлеченные беседой, чтобы заметить поднимающегося по лестнице чужака. Им повезло, обрели покой, так и не увидев, что их убило. Покончив с Дневальным в казарме, Дмитрий позволил себе короткую передышку. 10 минут, 6 смертей. Слишком расслабившись от своей крутости, нацисты не заперли ни одну дверь. Все же свои, зачем закрываться? И в доме, где полдня просидел Погожин, не выставили пост. Хотя обзор и сектор обстрела оттуда ничуть не хуже, чем из особняка. Что же, сами виноваты. Дальше началась рутина, скучная и грязная. Дмитрий заходил в комнату, обустроенную двумя кроватями, тумбочками, вешалкой для одежды и крохотным санузлом, приставлял острие ножа к основанию черепа или низу подбородка, бил второй рукой в торец рукоятки, обтирал лезвие о простыню убитого, выходил из комнаты. Нож входил в голову под углом, повреждая не только спинной, но и головной мозг. Жертва умирала без криков и шума. Главное, убитый уже не поднимался. 10 трупов меньше, чем за 5 минут. Неплохой результат после длительного перерыва. Выпив воды из блестящего чайника, стоявшего на тумбочке у поста Дневального, Погожин не спеша направился к особняку. Хотелось поскорее закончить монотонную работу. Дежурный обер лежал на прежнем месте, уставившись в потолок остекленевшими глазами. Тускло мерцал монитор видеонаблюдения, совершенно бесполезного против того, кто знает расположение видеокамер и слепые зоны. Поднявшись на второй этаж, Дмитрий заглянул в первую комнату, лишь ненадолго задержавшись, чтобы вскрыть примитивный замок. Личную жизнь обитатели особняка все же пытались оградить от нечаянных взглядов. Комната, разделенная на две части занавесом из тяжелого бордового бархата, расшитого готической геральдикой, использовалась одновременно как спальня для супружеской пары, так и в качестве гостиной, обустроенной с олиповатым шиком. Мебель под старину из темного дерева, украшенного грубой, но красивой резьбой. Подушки в полоску, отделанные под камень стены, тяжелая кованая люстра, медвежья шкура на полу. Все это Погожин видел раньше. Сейчас только отметил, что все осталось по-прежнему. Аккуратно отодвинув край занавеса, Дима увидел одного из офицеров, спавшего рядом с женой. Блондинкой лет 40. Очень неплохо сохранившийся для своих лет. Офицер сдох почти моментально, а над его женой Дмитрий на несколько секунд задержался. Соблазнительная линия бедра, обтянутая тонким шелком пижамы. Приличных размеров грудь, чудом не выпадающая из декольте. На секунду дыхание сбилось. Слишком давно Дмитрий не был наедине с женщиной. Шумно сглотнув слюну, вдруг ставшую вязкой, Погожин поднес нож к затылку фрау. Почти с сожалением ударил по рукоятке. Как и прежние жертвы, она не шевельнулась, не дернулась, не издала ни звука. Только как-то сразу оплыла, мигом утратив сексуальность живой человеческой самки, превратившись в груду остывающей плоти, пахнущей кровью. «Я зомби», – чуть слышно одними губами прошептал Дмитрий, слизывая пьянящий разум алые капельки с лезвия ножа. Вкус крови обжег язык, словно крепкий алкоголь. Ноздри жадно затрепетали, лицо исказилось в гримасе звериного оскала. Хищник учуял знакомый, любимый вкус. Тем не менее разум оставался спокойным, словно дрессировщик, кормящий голодного льва. «Я зомби», – снова прошептал Погожин, выходя из комнаты. «Зомби». Без эмоций покончил с живших до прихода убийцы в соседней комнате. Просторное помещение, уставленное тренажерами, украшенное многочисленными плакатами с фашистской пропагандой времен Второй мировой войны и элементами снаряжения армии вермахта, вызвало чувство брезгливости, отвращения к его обитателям, невзирая на их возраст, пока еще довольно нежный. Только они уже заражены вирусом нацизма, уже утратили невинность.
Несколько лет, и почти дети превратятся в полноценных выродков, поднимающих младенцев на штыки, сжигающих людей заживо. Впрочем, Погожин пришел сюда не восстанавливать историческую справедливость. Ему требовалось содержимое складов, в первую очередь оружейного. Незадолго до начала эпидемии Шклович продал фашистам небольшую, пробную партию оружия с боеприпасами и снаряжением. Груз предназначался для какого-то исламского государства с перевалкой на Кавказе. Навряд ли ублюдки успели его вывести. Обычно товар отлеживался на складе дней 10, пока за ним не пришел он, Дмитрий. Просто бизнес, ничего личного. Третий этаж. Лежащие у окна охранники. Первая комната за простеньким замком. Два новых трупа. Следующая дверь. Пусто. Кабинет. Еще одна запертая дверь. Фрау в расход. Хозяину поместья кулаком по шее и наручники. Возиться с поисками входа в склад нет желания, да и время не резиновое. Очнется, расскажет, где заветная дверка. Где ключи? Каких гостей ожидать в ближайшее время? Как звали прапрадедушку овчарки Гитлера и причину вымирания фиолетовых сквоков на третьем спутнике второй планеты Альфа Центавра? Ждать пробуждения фюрера Дима не стал. В конце коридора была еще одна, последняя комната. Стоило проверить, хотя все увиденные обитатели особняка уже лежали тихо, не создавая суеты. Тем не менее, оставлять за спиной возможные неприятности Дмитрий не привык. Замок, такой же китайский, как и все предыдущие, открылся с легким щелчком. Подняв пистолет, нужды сохранять полную тишину уже не было, да и нож порядком надоел. Погожин бесплотной тенью проник в комнату, тут же застыв на пороге. В небольшой, уютной комнатушке, освещенной тусклым ночником, на кроватке с розовым резным изголовьем спала девочка, укрытая цветастым одеялом. Лет 10, не больше. В ней еще не появилось подростковой угловатости. Расслабленное во сне лицо выглядело совсем по-детски. «Откуда она здесь взялась? В прошлые визиты никаких девочек в доме не было. И сегодня на улицу она не выходила». Неловко переместив центр тяжести на другую ногу, Погожин опасливо выглянул в коридор, напряженно прислушиваясь. «Если он не знал про девочку, не увидел ее вечером, значит, могут быть и другие неожиданности». Однако тишину мертвого дома не нарушил ни один звук. Убрав пистолет в кобуру из мягкой кожи, принявшую массивную тушу АПБ без шороха и скрипа, Дмитрий снова взял нож. Следовало довести до конца дело, почти законченное. Шаг. Еще один. Девочка чему-то заулыбалась во сне. Дмитрий вдруг ощутил, как звонко бьется в его груди сердце. Еще немного, и оно разбудит малышку своим стуком. Глухие толчки превратились в колокольный звон. Поморщившись, Дима закрыл уши. «Зомби! Зомби!» Гремел медным голосом набат в его голове. «Я зомби!» Чуть слышно прохрипел Дмитрий, соглашаясь с колоколом. Чтоб тот хоть немного приутих. «Мы последняя надежда!» В перезвон вплелись слова командира. «Прощай!» Погожин вывалился из комнатушки, сел на пол и застонал, сжимая виски дрожащими ладонями. Он пытался унять звон и голоса, крепко жмурясь и тряся головой, что есть силы. Вскоре это дало результат. Наваждение начало медленно стихать. Дождавшись, когда уши стали слышать то, что и должны, то есть тишину, Дмитрий поднялся, подобрал выпавший из руки нож и снова заглянул в комнатушку. Девочка по-прежнему спала, лишь перевернувшись на бок, да одеяло чуть сползло. Подойдя к кровати, Дмитрий наклонился, глубоко вдыхая давно забытый запах ребенка. Откуда-то, из глубокого детства, он знал этот аромат. Несравнимый ни с чем другим. Запах беззаботности, надежды, любви, свежести. Поправив одеяло на спящей, Дима поспешил покинуть детскую.
Перед глазами мелькали конопушки, на носу вытащенной из машины Аленки. Улыбка на личике спящей девочки. Блестящие, мягкие, черные волосы воспитательницы в интернате. Светящейся благодарностью за спасение сержант милиции. Полумрак и тишина дома вернули Погожина к реальности. Рядом за дверью лежал плененный фашист, в одной постели с трупом жены. У лестницы валялись тела охранников, в подвале томились узники. Возможно, где-то еще притаился неразведанный враг, готовый ударить в спину или поднять тревогу. Заперев дверь детской так, чтобы девочка никак не смогла выйти наружу, Дмитрий пошел вниз, заглядывая в каждый уголок, в кладовки, в санузлы. Пробежался по двору, со всей тщательностью проверил все закоулки, все комнаты и подсобные помещения. Вход в тир оказался заперт на массивный навесной замок. Такой же висел на оружейной комнате в самом доме, ясно говоря о том, что внутри никого нет. Все же назойливая мысль не давала ему покоя. Что-то неправильное грызло изнутри, никак не складываясь в понятную мысль. Что-то упустил, что-то не доглядел. Закончив с постройками, Дима в прежнем темпе ринулся в подвал, не забыв перед этим забрать ключи со стола дежурного. Открыв широкую металлическую дверь с толстым слоем звукоизоляции, быстро, но осторожно, прислушиваясь к каждому шороху, спустился вниз. Там его ожидали тесные камеры, кладовки для хлама, как говорили обитатели особняка в прежние времена. Большой зал с дыбой, икс-образным крестом, увешанным ремнями для фиксации жертвы, длинным столом из нержавеющей стали и металлическим шкафом для инструмента. Вот только кладовки подозрительно смахивали на тюремные камеры, как решетками на крохотных окошках, так и широкими полками на уровне колена. Вытащив из камер пятерых женщин и шестерых мужчин, ничего не понимавших спросонок, испуганно жмущихся друг к другу, Дмитрий внимательно рассматривал их. Почти все лица он хорошо знал. Вон тот, рыхловатый мужик в джинсовом костюме, изрядно потрепанном и грязном, работал здесь поваром в прежние годы. Симпатичная и когда-то ухоженная блондинка в спортивном трико, знававшим лучшие времена, служила уборщицей, прилежной и молчаливой. Угрюмый, седой мужчина неопределенных лет, следивший за гаражом и машинами, когда-то имел военную выправку, а сейчас сутулился и хромал на обе ноги. «Что с вами случилось?» Погожин наконец понял, какая мысль не давала ему покоя. Наблюдая за замком, он не видел прислуги. «Вы же работали здесь, почему вас держат в подвале?» Ответ несколько затянулся, рабы тоже узнали его. «Как все началось?» Прокашлившись, нарушил неловкую паузу механик. «Мы хотели уйти к семьям, но Герр Шульце, то есть Григорий Ткаченко…» Дмитрий отмахнулся от пояснений, он прекрасно знал, о ком речь. «Запретил нам уходить. Мы начали требовать, шум устроили, а он натравил своих псов, ублюдков этих…» «Они все мертвы», – безразлично сообщил Дмитрий. По комнате тут же пронесся вздох облегчения. «Слава Богу!» – продолжил механик. «Они нас и заперли здесь. Женщин использовали для работ по дому и развлечений. Мы, мужики, всю тяжелую работу делали. Сначала пытались сопротивляться, так мне чуть ногу не сломали, когда бежать хотел. А меня солдатне отдали за то, что господский завтрак со стола смахнуло!» Срываясь в плач, пожаловалась белокурая молодуха, чертами лица немного похожая на Мэрилин Монро. «Насиловали целую ночь». Выслушав жалобы всех присутствующих, за несколько дней досталось каждому и каждой, Дмитрий принял решение. Он видел перед собой жалких, слабых людишек, кормившихся из рук фашистов в сытые, спокойные времена, сполна получив за это после падения цивилизации. Тем не менее, ему стало противно от того, что он, офицер, может уподобиться уродам на генетическом уровне, ненавистных любому русскому человеку. «Мы последняя надежда», – прошептал Погожин, затем сказал уже громко. «Там все мертвы, кроме девочки. Я их убил».
Совсем убил. Дочка брата Шульца. Сдох собака. Сплюнул в сердцах повар. Покусанным приехал. Вам бояться нечего, а девочка ни в чем не виновата. Она всего лишь ребенок. Продолжил Дмитрий, не обратив внимания на перебившего его речь мужчину. Мне понадобится ваша помощь в погрузке. Потом вы свободны идти или ехать куда захотите, или остаться здесь. Люди зашумели, голоса явно оживились. Есть одно «но». Дмитрий сделал акцент на последнем слове. Говорю прямо, я вам не очень доверяю. Поэтому пока не закончу дела наверху, вы посидите здесь. Освобожу всех, когда буду готов выезжать. Надеюсь, вы меня понимаете. В этот раз гомон стал не таким радостным, как прежде. В голосах послышались нотки возмущения. Однако Погожин оставался хладно беспристрастным. Развернувшись, он неторопливо пошел к выходу, прислушиваясь к происходящему за спиной. Никто не бросился ему вслед, хотя недовольные интонации никуда не делись. «Хайль, Штирлиц Хершульца!» Издевательски поздоровался с очнувшимся и успевшим испугаться фюрером. «Как голова, сильно болит? А у твоей стаи уже никакой головной боли. Советую не шуметь. В соседней комнате спит твоя племянница. Незачем будить и пугать ребенка. Мигни, если понял». Пленник, сверливший Дмитрия ненавидящим взглядом, перестал мычать и мигнул глазами. «Вот и славно!» Улыбнулся Погожин, медленно отдирая от морды фашиста скотч, что доставляло тому заметную боль. «Сейчас мы с тобой поговорим, а если ты не ответишь на любой из вопросов, я отковыряю тебе коленные чашечки, затем ногти, потом начну дробить каждый сустав, начиная с пальцев. Поговорим или покричим?» С удовольствием заметив животный ужас в глазах пленника, неотрывно следящего за ножом, плавно приближающимся к его лицу, Дима начал допрос, задавая интересующие его вопросы неприятно тихим, вкрадчивым голосом. Фюрер отвечал, иногда с неохотными паузами, прекращавшихся после легких уколов острием в колени. «Скажи мне, Хершульца, к чему ваш маскарад? Эсэсовская форма, косторезы на вышках, флаги?» Погожин задал вопрос, мучивший его с самого начала операции. «Ваши идеи сейчас никому не нужны. Конец света на дворе, все бегут куда могут». «Конец света?» Фюрер даже всхлипнул от короткого смешка. «Ты так ничего и не понял? Теперь можно все, абсолютно все! Нет же домосонов, сидевших у власти. Все разбежались, как крысы. Власти нет никакой. Мы можем делать и делаем все то, чего так долго ждали!» Кравченко перевел дыхание, наблюдая за реакцией убийцы, уничтожившего весь его гарнизон. «Как думаешь, долго продлится такое безвластие? Нет! Тот, кто сильнее, страшнее, быстрее, будет править миром! Подомнет под себя всех, у кого меньше штыков, дисциплины, кто не воспользовался моментом. Посмотри на этих унтерминшей. Кто до сих пор сидит по домам и ждет, что его спасут добрые чиновники, которым насрать на всех, кроме себя. Где твой депутат? Пайки раздает, винтовки. Раз ты здесь, значит, его давно и след простыл. А ты сам что будешь дальше делать? Оружие у тебя теперь армию вооружить хватит, разве не так? Рабы есть. Или ты их тоже?» Дима отрицательно покачал головой, глядя на распалившегося фюрера. Тот уже не обращал внимания на лежащее рядом мертвое тело жены, да и до погибшего сына, похоже, ему также не было дела. «Значит, понимаешь!» – обрадовался Шульца. В его глазах блеснула надежда. «Понимаешь, что имея надежную крепость, запасы, оружие, можно не просто выжить, а собрать под себя нужных людей, которые будут выполнять все, что ты им прикажешь. Зачистить биомусор, портивший расу. Убрать черномазых, жидов, подмять под себя город и область. А эти смердящие зомби тебе только помогут. Ты же наш, Арий, высшая раса. Мы с тобой можем держать не только север города, но и больше. Много больше.
Наших еще много осталось. Я знаю, как с ними разговаривать. А ты? Ты покажешь, что такое настоящая сила. За нами пойдут сначала десятки, потом сотни. А ты будешь командовать батальонами. Вся страна будет наша. Разве ты не этого добиваешься? Да, с тобой трудно не согласиться. Тихо сказал Дмитрий после некоторых раздумий. Но у меня есть вопрос. Почему вымерли сиреневые сквоки? Не дожидаясь встречного вопроса, Погожин поднялся и всадил нож в голову подонка, успевшего удивиться, но не испугаться. Добрая немецкая сталь клинка без труда с противным мокрым хрустом вошла в череп. Перегрузив из пригнанного гелика трофеи из райотдела и забросив в кабину КамАЗа сумку со снаряжением, Дима аккуратно уложил за спинки кресел СВД. Затем, занеся узникам найденной на кухне еды и воды, отправился исследовать склады. Длинный коридор подземного тира оказался завален кучей барахла, с узким проходом меж привезенными невесть откуда ценностями. Тюки с одеждой, коробки с консервами, груды обуви, ящики с кухонными и походными ножами, бинокли, велосипеды, связки лыж, мешки с мукой и крупами. Выбор делал явно понимающий человек. Даже жаль, что он лежит где-то там, наверху, холодный и бесполезный. Наскоро отобрав самые интересные находки, Дмитрий вытащил их наружу. К машине отнесут помощники. Следующим приобретением стали пулеметы с вышек. Патрон редкий, тем не менее, на складе может найтись хороший запас. Пилы Гитлера для продажи очень даже пригодятся. Немного передохнув, вынес из дома оружейную комнату, оставив лишь охотничьи ружья да мелкашки, чтобы не отпускать узников совсем уж беззащитными. Еще дюжина калашей с магазинами и боекомплектом перекочевала в кабину из оружейки в казарме. Офицерские комнаты и дежурка обогатили на 7 пистолетов ПММ с запасными магазинами. Чувствуя себя медведем, попавшим на тучную пасеку, Погожин метался по усадьбе, собирая все самое вкусное. Оружейный склад оставался на десерт. Никуда не надо торопиться. В ближайшие сутки гостей не ожидалось. Потом, может быть, Шульц ждал важного человека. Безо всяких гарантий, что тот сможет приехать. Время такое непредсказуемое. Заварив большую кружку крепкого кофе, Дмитрий в очередной раз посмотрел на часы. 5:30. Девочка проснется к 7. Надо успеть погрузиться и дать время невольникам прибраться в доме, чтобы не сильно напугать ребенка. На минуту Погожин задумался о том, чтобы и эту малышку отправить к Таличу, на базу знамени. Пусть еще раз подумает над своими словами, если ему не хватило вчерашнего презента. Но тут же передумал. Некогда возиться с малявкой. Пусть едет с рабами до ближайшего опорного пункта военных. На комфортном и безопасном Гелендвагене, от которого Дмитрий решил избавиться. Слишком уж приметный. Да и топлива не напасешься. Склад встретил нового хозяина темнотой и знакомыми до боли запахами оружейной смазки. Включившись, тусклые лампы аварийного освещения вырвали из темноты приличное количество фанерных коробок. Скрыв одну из них, Дмитрий увидел, что под листом фанеры скрывается привычный армейский ящик из досок, окрашенных в темную оливу. Здесь патроны, семерка. Что в следующем, чуть других размеров? АКМ, 5 штук. Открыв ящик побольше, Дмитрий присвистнул от удивления. МОН-50! И таких здесь стоял сразу десяток! 60 мин! Осмотрев кучу сокровищ, настоящих сокровищ для окончательно сошедшего с ума мира, Погожин пытался понять, влезет ли все добро в кузов грузовика, переставший казаться вместительным. Пожалуй, можно попробовать. Погрузка добычи 4 рабами со всеми перестановками в кузове отняла еще час. Небо уже начало сереть. С мужчин лился пот, то ли от тяжелой работы, то ли от страха перед Дмитрием, устало приглядывавшим за процессом с автоматом в руках. Убийце 20 крепких молодчиков ничего не стоило добавить узников к послужному списку. Однако их опасения оказались напрасны.
забив КамАЗ под завязку, еще и добавив сверху часть барахла, отобранного в тире. Погожин выпустил из подвала остальных несчастных. Попросил убрать трупы в подземный склад. Если мертвяк разъедается в моба на трех необратившихся телах, что может вырасти на 2 тоннах человечины? По старому Ярославскому шоссе в сторону Сергиева Посада пробирались 4 черных внедорожника. Первым шел бронированный Гелендваген. За ним следовали 2 ленд-крузера и 1 Чероки, доверху забитые всем, что подворачивалось под руку в истекающем кровью особняке со шпилем и 4 нелепыми башенками. Колонна, проезжая мимо толпы зомби, вяло толкущихся возле придорожного отеля, вопреки здравому смыслу остановилась. Из открывшейся задней двери от мощного пинка в сторону нежити вылетела маленькая девочка, одетая лишь в розовую пижамку, разукрашенную ромашками. «Катись, личинка фашистская! Лучше бы вместо тебя мешок крупы взяли!» Вслед заплаканной, с трудом поднимающейся на ноги малышке, злобно крикнула блондинка, немного похожая на Мэрилин Монро. Глава 22. Мотыль и Жбан. Шпана Воровская. 13 апреля 2008 года. Воскресенье. Мотыль и Жбан нашли друг друга, мотая срок на 9-й зоне, расположенной к северу от левобережной части Ярославля. Обделенные пониманием смысла жизни, воспитанием и уважением со стороны старших товарищей, они закорешились, решив после выхода на волю работать вместе. Дружба мотыля и Жбана доставила немало веселья сокамерникам, чморивших их сочетанием первых букв погонял. М и Ж, называя шконку корешей второй парашей и поручая им самую грязную работу, низведя тем самым почти до ранга опущенных. Презрительное отношение остальных зэков только сплотило шнырей, находивших понимание исключительно в обществе друг друга. Мотыль впервые попал за решетку еще по малолетке, намотав срок за избиение и попытку изнасилования малолетней девчонки из соседнего двора. Откинувшись чуть ли не в день своего совершеннолетия, он вернулся в казенный дом ровно через 100 дней, попавшись на краже иномарки. Отсидев 5 лет, мотыль уже целый год гулял на свободе, промышляя мелким воровством, разносом закладок с наркотой и шестеря на бригадиров кургана, местного авторитета, метившего в законники. Начав курить еще до школы, мотыль едва дорос до 1,5 метра в свои 25 лет, во всем походя на подростка благодаря покрытому прыщами лицу и тщедушному телосложению. Шнырь жил одним днем, неизменно просаживая весь заработок на карты, водку и наркоту. Жбан выглядел ему под стать. Худой, с впалой грудью, повыше ростом, с непропорционально большой головой, всегда обритой налысо. Стоило жиденьким волосам чуть отрасти, он становился похож на одуванчик, чей тонкий стебель увенчан большим шаром из пуха. Впечатление от его внешности добавляли еще и глаза на выкате. Неприглядная, но приметная внешность делала его предметом насмешек и издевательств как в школе, так и на зоне, куда он попал также 2 раза, оба раза погорев на кражах. Откинувшись на 3 месяца позже мотыля, Жбан составил корешу компанию во всех делах, мечтая однажды сорвать куш и поехать в Таджикистан за крупной партией Герыча. Он видел себя крупным наркоторговцем, купающимся в роскоши, в компании 2 телок модельной внешности и суровых телохранителей, падающих перед ним на колени за любую оплошность. Катастрофа изменила привычный уклад жизни корешей. Клиенты, покупавшие закладки, сменили свои пристрастия с поиска закрытых порошков на поиск живой плоти. Воровство сменилось безнаказанным мародерством. Поездка Жбана за героином и телки откладывались на неопределенный срок. Лишь одно осталось как прежде. Братва кургана, использовавшая 6 в самых грязных делах. Как прежде, так и сейчас. В дверь ветхого деревянного дома, расположившегося в поселке Кармановское, близ железной дороги, с силой забарабанили кулаками. «Эй, чухана!» – заорал кто-то с улицы, ударив ногой по стене. «Вышли быстро!» Все еще не отошедшие от вчерашней пьянки, после удачного грабежа магазина, мотыль и Жбан с трудом понимали происходящее.
Первым поднявшийся Жбан нетвердым шагом пошел ко входу и открыл жалобно заскрипевшую дверь. Столкнувшись взглядом с жлобом в кожаной куртке поверх спортивного костюма. «Собрались быстро! Запрыгнули в свою помойку и поехали с нами!» – приказал бык, презрительно глядя на помятое лицо чушка. «Браток, дай 5 минут, похмелиться надо!» – заскулил Жбан, отчего пришедший брезгливо скривился и плюнул Жбану под ноги. «Навозный червь тебе, браток, чепушило!» – сказал бандит, после чего развернулся и пошел во двор, на ходу доставая сигареты. «Время вам, пока курить буду!» Выматерившись про себя, Жбан поковылял обратно в дом. «Слышь, братишка!» Протянул своим тонким, хрипловатым от курева голосом мотыль, слышавший приказ. «Ломит! Ломит куда-то кости бросать, без мазы ехать!» «Ага, мутную тему пахан задвинул», — согласился с корешем Жбан, разливая остатки водки по грязным стаканам. Для похмела. «В центре жмуров, шо в отрыв не уйдешь?» «Может, и не в центр», — снова проскулил мотыль, проглотив водку. «Все равно без мазы». «По-любому надо идти, братишка». Жбан понимал, что откосом с рук не спустят. «Парафиниться перед паханом — гнилая тема». «Базара нет. Давай потом пойдем, а?» «Ты чё, корешок, рамсы попутал? Пацаны нам правилово устроят, если ща не пойдем. «Ну, големый расклад». Мотыль откупорил новую бутылку и плеснул стакан еще по глотку водки. Ему хотелось вмазаться и поваляться до вечера в блаженной нирване прихода. Наш бан прав. Ссориться с людьми пахана — плохая идея. Ливер отобьют моментом. Выйдя из сумрака своего облезлого домика, шныри непроизвольно закрыли глаза, ослепленные ярким весенним солнцем, и не увидев из-за этого теплую компанию, дружно заржавшую при виде двух нелепых, тощих и грязных пацанчиков. «Эй, Эмжо! Ну чё, небось, кувыркались всю ночь?» – глумливо крикнул кто-то из братков. Жбан хотел было возразить, но в этот момент ему по затылку врезала ладонь того самого жлоба в спортивном костюме. Да так крепко, что непроизвольно брызнули слезы. «Эй, чмошники, шевелите маслами!» – прикрикнул браток. «Завели свое корыто и за нами поехали. Быра!» Шестерки, запуганно озираясь по сторонам, торопливо забрались в кабину изрядно потрепанной грузовой газели, полуторатонки. К счастью, машина завелась почти сразу же, и Жбан поторопился догнать джип братков, уже выруливший на дорогу. К большому огорчению чушков ехать пришлось в сторону города. «Братишка, стрёмно туда ехать», – пропищал мотыль, наблюдая, как идущий впереди внедорожник, въехав на магистральную, свернул опять же в сторону центра. «Не бзди, кореш», – отмахнулся Жбан, который в их тесном коллективе был за старшего, благодаря относительно прохладному отношению к наркотикам. «Мы с братвой едем, пацаны любого зажмурят по-быстрому. А нам, может, обломится доля малая, если на дело едем». «Ништяк, братишка». За окнами машины промелькнула промзона, замертвяченный строительный рынок на Вспольинском поле, потом мост, по которому совсем недавно ходили поезда. Остался позади вокзал с площадью, заполненный зомбарями с первого дня катастрофы. Улица Свободы, местами затянутая дымом пожаров. Свернув на улицу Володарского, Жбан на секунду притормозил у забора Шинника, наблюдая, как на малом поле стадиона, услышав шум машин, вяло зашевелились несколько мертвяков в изорванных спортивных костюмах. «Прикинь, футболисты!» – заржал Жбан. «Приколись им мячик бросить!» «Прикол!» Противно всхлипывая, заржал мотыль. Догнав чуть ушедшую вперед машину с братвой, газель шестерок свернула во двор одного из трехэтажных домов сталинской постройки, выкрашенных в радостный желтый цвет. Вывалившиеся из джипа братки первым делом уложили несколько мертвяков, развернувшихся в сторону людей. В нескольких окнах мелькнули испуганные лица пока еще живых жителей. Жбан с мотылем, дождавшись окончания расправы с опарышами,
резво выпрыгнули из кабины, опасаясь гнева старшего бандита. «Алло, чуханы, сюда подошли!» – скомандовал старшой, закуривая очередную сигарету. «Метнулись оба в этот подъезд. Там квартира Коли Шила, номер 2. Поглядели чё как, вышли, сказали. Хазу не шмонать, если открыто. Маслы выдерну, если чё скрысите. Сделайте всё тип-топ, коробок Маруси отсыплю». «Братишка, а если там жмуры?» Жалобно проскулил мотыль, на всякий случай шагнул за спину Жбана. «Значит, Маруся мне останется», – заржал старшой. «Хавальником не торгуй, может и тебе чё отломится». Опасливо войдя в подъезд, через забрызганный бурыми пятнами тамбур, Жбан прислушался и поводил носом из стороны в сторону. Подъезды часто таили в себе опасность, это он успел изучить за прошедшие дни. Звонкая тишина лестницы еще ни о чем не говорила, тем более отчетливо воняло трупятиной. Когда глаза привыкли к полумраку, Жбан кивнул корешу в направлении второго этажа. Мотыль метнулся наверх, а через минуту вернулся, мотая головой. Чисто. Стоило взяться за ручку двери Коляна, как та подалась, открыв проход в пахнущую трупной вонью квартиру. «Кореш, там жмуром воняет», – предупредил Жбан своего дружка, неохотно переминавшегося с ноги на ногу за спиной. «Отстой, в натуре», – тихонько пропищал тот, выглядывая из-за плеча. Слушиваясь в неясные шорохи, шаг за шагом, Жбан осторожно, боязливо осматривал каждый угол сталинской однушки, в которой жил варщик пахана. Наткнувшись на связанный труп хозяина, живописно раскинувшего мозги по половине комнаты, шныри испуганно отпрянули. Затем, собравшись с духом, продолжили исследовать жилище. «Ну чё, ништяк?» – протянул мотыль, когда в квартире не обнаружилось ничего подозрительного или опасного. «Зырь, кореш, хату походу уже обшмонали!» Жбан рассматривал коробки и прочий хлам, вывернутый из шкафа на пол. Такая же картина ждала их и на кухне. Содержимое всех тумб и шкафчиков валялось под ногами. Бросился в глаза лишь пакет с шариками. Их содержимое Жбан отлично знал. Жесткая химозная дурь. С первой затяжки била в голову, как кулак Майка Тайсона. Приход нес в себе галлюцинации, иногда откровенно порнографические, но чаще страшные, словно в преисподнюю попал. Эту дурь головастик не любил, в отличие от мотыля. Но тому, что не дай, скурит, снюхает или по вене задвинет. «А-а-а, ништяк!» Кореш увидел шарики, жадно схватив пакет. «Заторчим сегодня, братишка!» «Приныкать надо, а то пахан бошки отрежет!» Не стал спорить с напарником Жбан. Мотыль бросился перерывать все ящики и ниши на кухне. Затем, ловко запрыгнув на кухонную стойку, оторвал пластиковую решетку вентиляции. Засунул туда руку и тут же выдернул ее обратно, сжимая в руках находку. Флакончик из-под нафтизина, заполненный тягучей желтой жидкостью. «Кля, братишка, масло!» Радостно завизжал мотыль, спрыгивая на пол. Быстро обшарив квартиру, шестерки нашли еще и баночку с наклейкой мультивитамины, доверху наполненной отменным пластилином. Завернув обе находки в пакет с шариками, Жбан просунул его сквозь решетку за форточкой. Хорошо размахнулся и отбросил подальше. «Атас, пацанчик, рвем на хазу!» Он позвал за собой пританцовывавшего от нетерпения мотыля. Выскочив во двор, шныри едва не налетели на стоящих перед подъездом братков, долго и мрачно ожидавших результатов разведки. «А ну стоять!» – скомандовал старшой. «Карманы вывернули!» Шестерки, понурившись, начали выворачивать карманы. Однако в них ничего, кроме мелкого хлама и мятой пачки сигарет с замызганной зажигалкой, не обнаружилось. Бандит с выражением отвращения на лице прохлопал шнырей, ничего не найдя. «Чё там?» – спросил он, вытирая руку влажной салфеткой, поданной кем-то из пацанов. «В натуре, голяк!» – протянул мотыль, но, заметив гневный взгляд пахана, замолчал. Жбан, по-быстрому рассказав об увиденном, о связанном трупе, о пустом подъезде, об основательном шмоне квартиры кем-то левым,
получил от пахана обещанный коробок с травой и звонкий подзатыльник. Братва снова заржала и ломанулась в дом. Ашнари, дождавшись, когда те скроются за металлической дверью, бросились к машине. Жбан за руль. Мотыль, пугливо оглядываясь, метнулся за дом, забирать пакет с дурью. Когда грузовичок вырулил со двора, прыщавый уже бежал обратно, прижимая к груди драгоценный груз. «Ништяк, братишка!» Запрыгнув в кабину, визгливо прокричал мотыль, тяжело дыша. «Заторчим!» По дороге домой шныри обнесли небольшой, чудом уцелевший магазинчик неподалеку от вокзала. Остановившись у входа, пацанчики шустро вскрыли монтировкой закрытую роль ставней двери. Затем, подогнав газель задом к двери, быстро набросали в кузов все, что смогли найти. Получилось не так много, как им хотелось бы, но жратвы, бухла и сладких напитков хватит не на одну неделю, если никто из братвы не отберет. Хотя маловероятно. Никто из блатных в машину шнырей не полезет. Западло мараться. Закончив погрузку, перед посадкой в машину Жбан немного задержался. Увидев медленно идущую к ним дохлую тетку с ошметками гнилой плоти вместо лица. Встав в эпическую позу, с десятка метров он разнес ее голову одним единственным метким выстрелом из обреза старой двустволки, вытащенным из бардачка перед шмоном магазина. Удовлетворенный подвигом, под радостное ржание мотыля, Жбан завел двигатель и вырулил на дорогу. Осталось всего ничего. Доехать без приключений домой и разгрузить добычу так, чтобы никто не позарился на драгоценную добычу.